Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Круто! Да это ж круто! Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. То есть я, во-первых, процессы эти многие не понимаю. Это, конечно, печально. Это печально. Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Ну, мы все умрем. Хочется умереть достойно. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть, и все, понимаешь? Супер гуд. Сомнительно, но окей. It's okay. Он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Вот что мне сейчас с собой сделать? Мне 34 года нашей дружбы. Куда деть? Мне сказать, иди нахуй. Блять, я заплакал. Нету ни хуя. Вот просто ни хуя.